Привет, мои друзья! Приветствую вас из Нью-Йорка. Только прилетели сюда. Сейчас ждем заселения в отель и решили пробежаться до Таймс-сквер. Вообще по соседним всем улочкам. Блин, холод просто нереальный. Показывает, что минус 6, по ощущениям, как минус 10. Ищу, где бы купить шапку. Потому что это, блин, просто пипец. Очень холодно, вот закупаемся носочками. Носки, шапка. У тебя что, носки? Да. Носки, перчатки. Во, вот так будет теплее. Сейчас носочки еще оденем. Носочки, носочки, носочки. Да, вот так вот в Нью-Йорке. Все очень непросто. Вот теперь готовы к холодам. Нормальная лицензия Дарт Вейдера. Окей, давай. Вот так намного теплее. Шапка, носочки. Уже гораздо теплее. Так, теперь вот надо вырубить что-нибудь поесть. Вот поесть есть вот. Маус фалафель. О, овощи, фалафели. Вот то, что нужно. Наконец-то мы добрались до нормальной еды. Вика, ты что там мутишь? Приятного аппетита. Как ты это все в рот засунешь? Как и ты. У меня поменьше. В общем, мы находимся в районе Таймс-сквер. Нашли Маос Вегетариан. И наслаждаемся фалафелем. Очень крутая тема. Проникаемся Нью-Йорком. Здесь холодно. Ну пошли. У нас такого нет. Все, давай. Смотри, что это такое. Вот, видишь, будка с порнофильмами, $10. Видал какой-то сервис?
бомжи деньги собирают в шапку, потом идут сюда вот. Подайте, пожалуйста. Успели. О, вон еще один претоманджер. Где кофе вкусный. Гляньте, смотрите. Есть две зарядки. Телефон. Вика, давай, у тебя сел этот телефон, давай, подзаряжайся. У меня зарядка осталась последняя. Ой, блин, это пипец, какой холод здесь. Как на Северном полюсе. Нет, как в центре Нью-Йорка. Это ужас, такие, блин, ветра холодные. Жуткие. Я что-то так давно не мерз. Уже не помню, когда так проходит. Светофоры эти. Небоскреб высокий вон. Погнали. В общем, после Лас-Вегаса, где нам вчера было реально жарко, мы ходили и просто нас припекало солнце. Попасть, блин, в такой Нью-Йорк очень вообще очень неприятно. Негостеприимно. Да, негостеприимно. И нас сок валяется, как потерял. О, какая модная полицейская машина. Так, нам куда-то туда. Мы прилетели из Лас-Вегаса и добрались на Манхэттен. Это часов 8 утра. Нам сказали, что номер еще не готов в отеле. И гуляйте до 12 часов. В общем, вот мы гуляем. Отморозились, утеплились, наелись, закупились едой. Наверное, буду сидеть в номере и монтировать видосы с Лас-Вегаса. Потому что от этого мне будет точно теплее. Ходить тут по Нью-Йорку, морозить жопу вообще неохота. Глядь, творец. Это же солнышко выглянуло. А ветер такой промозглый, ужасный. А вон люди сидят в автобусе, ездят с открытым вертом. Хочешь? Нет, спасибо. Чтобы вообще себе все отморозить. Они даже не думают об этом. А глянь, какой высокий дом, самый высокий дом. Вот в этой части Манхэттена. Вот, видишь, такой тоненький. Вот верхние три этажа купил какой-то арабский шейх. И сделал там трехуровневый пентхаус.
О, глянь, ни хера себе, какой дом. Смотри, стоит такая штука, а вот здесь такая. Такая. Так это площадь Коломбо. Да. Да. Так, это какая улица? 57-я. О, так мы живем на 57-й. Пойдем сюда. О, свежие овощи, фрукты. Неплохо. Это неплохо, это 5. Вот он наш отель. Да, по-моему, вот тот наш отель. О, мужики землю роют. Нормально. Это что за столовка? Курсы? Нет, тут я повар. Тут готовят. Ничего себе. Курсы по... Смотри, курсы поваров. Да. Люди приходят учиться, вот, cooking classes. Да, прикиньте, так можно наблюдать за ней, за стеклом. Я уже наблюдала, когда мы шли. А ему не холодно. Он после зала. Я в шоке. Не, ну я не такой морозоустойчивый, потому что, блин, я ненавижу холод. Я ненавижу холод, поэтому я живу на теплой Ибице. Ну вот так вот, блин, в минус 10 идти вот так вот, вышагивать в шортах, это, блин, конечно, да. Однако. А вот и наш отель. Отель Ватсон. Двенадцатый этаж, 46-й номер. Сюда. Открывай. Ну, неплохо. О, музыка как в отеле. Welcome. Станислав Попов, Туватсон отель. Выберите Wi-Fi сеть, называющуюся Ватсон. Так. Есть кофе. Вид на небоскребы.
Да, правильно, Вика, таскай побольше. Угу. Бог поможет. А где свет включается? Слушай, нормально чисто. Ну, глянь, даже картины в туалете висят. Все прилично. Да, вот здесь я буду видосы монтировать. Отлично. Сейчас пройдемся по Манхэттену вечерком. На улице показывает, что за бортом у нас температура почти минус 10 градусов. По ощущениям, как минус 12. Поэтому одеваемся. Одеваю все, что у меня есть с собой. Вообще все. Короче. Вот так. У меня, к сожалению, только тоненькие свитерки. Чтобы один на другу одевать. Так. Еще одни носки сверху, потому что там холодно просто пипец, а у меня просто только кроссовки. Конечно, для такого мороза этого мало, но будем двигаться быстро, чтобы вам снять что-нибудь интересное. Главное, шапка есть с надписью Нью-Йорк. Так, перчатки. Тут все, в принципе, нормально. Пойдем гулять. Вышли мы на улицу, но не так уж и холодно, пока ветер не дует. В общем, идем гулять в Центральный парк. Ну вот мы от отеля дошли до Центрального парка. На улицах немноголюдно. Сейчас время где-то 9:30. Так, что в парке? В парке ничего. Вот. Тот самый парк и вот эти самые здания за моей спиной, в которые, где снимался фильм «Секс в большом городе». Вот. Вик, как тебе? Как тебе фильм и как тебе реальность? Реальность не такая. Вот. В общем, двигаемся дальше. Сейчас пройдем до башни Трампа. Посмотрим, как у него там. Везде машины полиции. Нью-Йорк Полис Департмент. Вот его стоят. Наверное. Мормон, вот видишь что-то. Реклама шоу мормонов. Мормон — это такая секта. Том Круз их предводитель. А ты что думал, как он в ванильном небе ходил по пустому Нью-Йорку? Вот здесь вот эти машины перекрыли все, и все, и ходил потом. Так, это у нас площадь Колумба.
Бля, все у них тут перекрывается. Да, кстати, у нас сегодня суббота вечер. И людей ноль. Где люди? Вообще ноль. Мы идем по улице самой дорогой недвижимости Нью-Йорка. Вот в этих зданиях цена квартир может составлять сотни миллионов долларов. Вот, конечно, российские мультимиллионеры покупают недвижимость на этой улице. Собственно, ни о чем абсолютно. Могли бы взять, вложить деньги и прикупить, иметь свой собственный суперклуб на Ибице, который бы просто качал деньги и был бы источником радости и удовольствия. Ну а какая-то квартира вот здесь за такие, за деньги, которые превышают сумму покупки лучшего клуба на Ибице раза в три, это, конечно, много ума надо. Холодно, пипец. Минус 10. Мы так легко одеты, потому что мы не планировали попадать в такие морозы в Нью-Йорке. Потому что мы путешествовали по югу Америки. Вот. Была такая тема все-таки заглянуть в Нью-Йорк. Поэтому оделись как капуста и идем вот в чем есть. Похоже на нью-йоркских бомжей немного. Слились. Вот. Тут люди так ходят. Конечно, цена квартиры вот в этой высотке, это самая высокая высотка с видом на Центральный парк. Что-то порядка 120 миллионов за квартиру. Так. Так, давайте. Короче, ну его нафиг этот парк. Идем в город. Да как? Мы находимся на знаменитой 5-й авеню. Как тебе 5-я авеню, Вик? Вот так. Ништяк, дискотека. Обыденно. Дискотека. Вот, прямо напротив. В Булгарии находится знаменитая Trump Tower. Вот я вам сейчас покажу. Логотип не подсвечивается. В общем, это одна из высоток Трампа. А, вон она какая высокая. Ё-моё. Вот такая она высокая. Несмотря на то, что президентом стал Трамп, в Нью-Йорке по-прежнему холодно. Ничего не меняется. По-моему, даже стало холоднее. Напрягает то, что стало гораздо больше бомжей. Бомжи просто спят везде. Прям, прикиньте, вот такой холод, минус 10. Бомжи спят прямо на улицах. По улицам, как привидения. Да, как привидения. А кто не ходит, кто-то просто лежит, завернувшись в одеяло и просто на полу. Это жесть. И почему-то никто их не спасает. Мне кажется, должны какие-то службы быть, брать их просто, блин, с улицы, поднимать их, везти куда-то. Люди просто, вот, прикиньте, прошла ночь, замерзло там полтора десятка бомжей. Жесть какая-то. Это, блин, какой-то жесткий капитализм. Всем наплевать на людей. И менты, вон вообще везде менты вокруг там есть. Вот, пожалуйста, смотрите, 5-я авеню. Вот это вон. Огромная высокая, это башня Трампа. А вот лежит человек. Просто на полу, завернувшись в какие-то тряпки.
и просто замерзает от холода. Что делать, вообще непонятно. Ей-богу, какой-то апокалипсис, слышишь? В Нью-Йорке. Похож. Виктория Секрет. Виктория. Вон. Смотрите, какой готический собор. Прямо вот в центре Нью-Йорка. На 5-й авеню находится. Мы его видели по десяткам фильмов, по-моему. В видеоиграх он тоже постоянно выиграется. Радио Сити вон написано, да, то пойдем. Или здесь еще пойдем. Да. Давай еще пройдем. А, вот смотри, это знаменитый Рокфеллер-центр. Вот это вот башня Рокфеллера. Вот такая. Ну да, нормально у него место. Видишь, напротив. Напротив такой этот собор. Центр Рокфеллера. И вот такой снеговик. И вот такая башня. А вон там в собор. Вот здесь Вика. Уличная еда. Итальянские сосиски, бла-бла-бла-бла. Пойдем сюда. В общем, вот такая композиция у центра Рокфеллера. Напомню, Рокфеллер — это одна из семей, которая управляет миром. Вот они тут пишут, что любят, типа верят, короче, в индивидуальность. Чего? Ну конечно, это все страны, которые принадлежат, в которых они замешаны. Да, это каток. А вот здесь залит знаменитый каток. Вот впереди. Как видите. Блин, как холодно. Ужасно холодно в Нью-Йорке. Ужасно холодно. Рокфеллер вот каток залил. А мы идем, пробираемся дальше. По Манхэттену. Раз уж приехали сюда. Нужно снять блог, показать вам, как оно здесь. Сейчас, здесь и сейчас. Когда вы еще увидите? Только в моем блоге. Что, хорошая тема. Вы сидите на диване, я езжу. Снимаю видео, показываю вам то, что я вижу. Оторветесь от дивана, можете присоединиться, поехать вместе со мной. Увидеть своими глазами. Ощутить.
весь масштаб вот этих небоскребов, блин, небоскребов это идут везде. NBC Studio. Рейбору. Давай сейчас заломимся на NBC. Передача. Скажем. Мы к вам. Сибиц, русский сибиц пожаловали. У вас вот такой дубак, что мы просто офигели. Вик, смотри, мы сейчас вышли отсюда, прошли вот до площади Коломбо, и потом прошлись по всей вот этой улице вдоль парка, и повернули вот на 5-ю авеню. Вот. Как тебе? Нравится гулять по Нью-Йорку? Картинки все красивее намного. Смотри, а сейчас мы находимся вот здесь. Тоже не совсем похоже. О, глянь, это стендап. Вон чувак выступает. Магазин M&M's. Очередной. Ну, глянь, вон, залез на этот, на Empire State Building. Я как Кинг-Конг. Какие они яркие, эти экраны. Пойдем, Лиз. Пойдем. Вон еще один. Есть что? Ну иди зайди, купи, ну иди зайди в любой, зайди. Насмешки выглядят эти фотографии. Да нет, ну блин, глянь, как холод здесь, да? Вот это знаменитый Times Square. На Times Square светло как днем. Походу здесь можно загорать от света этих экранов. Ты куда идешь? За тобой. Ты мой навигатор. Десятое марта. Конг. Остров Черепа. Походу новый Кинг-Конг выйдет. От создателя, от продюсера Годзиллы. Но это, конечно, качество. Да. Слушай,
Понял. Закрылся. Пойдем туда. Возле выставки Мадам Тюссо зашли в первый попавшийся ресторан. Как оказалось, какой-то ресторан, объединенный с залом игровых автоматов. Очень много темнокожих посетителей. Просто они составляют примерно 95% этого заведения. Какое-то такое, видимо, популярное место. Ну, заказали, я вот заказал себе хумус с сельдереем, морковкой. Вот Вика заказала херню какую-то. Я ей заказал салат, она заказала пиццу. Вот. В общем, просто очень холодно на улице, поэтому мы особо не убирали. Мы первое попавшееся заведение завернули, потому что уже просто холодно ногам идти. Так, вот нам принесли чай с лимоном. Ага, обалдеть, нам принесли... Я просил сок свежевыжатый. Принесли какую-то херню со льдом. Реально мне некогда было искать ничего. Поэтому мы завернули в первое теплое место, в которое стояли люди. Ну ничего, так сказать, проникаем в свою нью-йоркскую жизнь. Открываем что-то новенькое для себя. Хумус, ням-ням-ням. Thank you.
когда выходишь из ресторана, прям тут же находится большой игровой зал аркадных игровых автоматов. Вот, в общем, нью-йоркцы сюда приходят с детьми, ужинают и развлекаются. Для взрослых также есть так называемый спортбар, где смотрят баскетбол. Вот. В общем, такой был первый день в Нью-Йорке. Ставьте палец вверх, если вам понравилось. Подписывайтесь на мой канал и ждите новые видео.